В Орле на взятках погорел инспектор гостехнадзора. Уголовное дело возбудил Следственный комитет. В деле уже три эпизода. Криминальная схема и полученные суммы в каждом из случаев идентичны. Получил через посредника от жителя Орловской области взятку на сумму 17 500 рублей за положительную сдачу экзамена на право управления самоходными машинами без фактического присутствия. Производятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.